Чумачечий матч подождем. Эксклюзив в концовке вырывает победу у «Волны». 3-2. Сергей Ермаков, капитан «Эксклюзива», Игорь Перелогов, наставник «Волны». Игорь, ну что это было в концовочке? Вот по горячим следам что скажешь? Почему все-таки не удалось очками разжиться? Ну, поздравляю «Эксклюзив» с победой. А так, да я не знаю, на эмоциях пока сложно матч переварить. Только закончился. Ну, в конце, наверное... При счете 2-1, все-таки, сейчас анализируя, надо было где-то просто паузу дать. А мы начали в какой-то челнока бегать туда-сюда и за это поплатились. Ну, вот так, наверное. Слушай, ну, возможно, опять же, иногда вот то, что трудности, да, они сплощают, то, что когда мало народу, все друг за друга, сегодня просто глаза разбегались, да, не знаешь, кого выпустить. Там, получается, 15 полевых, 2 семерки, один еще Селезнев не появился. Наверное, да, вам с Игорем тоже было тяжело. Ну да, выбор такой, ребята все равные на позициях. Мы схему поменяли в процессе игры, перестроились чуть по-другому, стали играть. А так, да, глаза разбегаются, хотелось всех завести. Но я считаю, каждому скажу спасибо, все очень старались и внесли вот в игру хороший вклад. Единственное, последние вот эти 2 минуты, конечно, перечеркнули, так сказать, план на игру. Сереж, с победой. Ну, давай теперь твои эмоции как капитан. Даже улыбка вижу, что редко бывает в студиях. Тебе слово. Ну, спасибо «Волне» за игру. Достойная игра. Оказали большое сопротивление. Ну да, сегодня наш капитан в Сочи отдыхает. Вот, пришлось его заменить. Ну, выиграли. Хорошо, в целом мы довольны. Но игрой, конечно, не очень довольны. Ну, может быть, погода еще, конечно, сказалась. Но мы не должны смотреть на погоду, все играют в одинаковых условиях. Качество футбола сегодня с нашей стороны было не самым лучшим. Ну, бывало, наверное, хуже, да, если брать качество футбола с той же «Крысиной норой»? Ну, сегодня было что-то примерно похожее на игру с «Крысиной норой». Вот, мы, конечно, насыграли не очень, но добились 3 очков, поэтому 3 очка не пахнут. Слушай, ну напрашивается вопрос, да, с учетом того, что еще 2 игры на неделе провели в столице, тоже насколько вот понятно, что петербургский десант в столицу не такой большой отправляется, но тем не менее, как вообще вот, не знаю, там удается переключиться, да, вот, не знаю, с Москвы сюда, ты в том числе был там задействован в тех матчах? Слушай, да, ну это совершенно 2 разных турнира, так же, как мы играем тут «Город» и «Оле». Переключиться, да, легко, турнир разный, качество футбола, конечно, тоже отличается, московский от питерского. У нас, конечно, чуть пониже, как мне кажется, уровень. Вот. Ну и как ты сказал, что в Москву катается небольшое количество. Но ты видел, вот и сегодня без замен играл. Поэтому силы есть, нормально. Ну, скажи честно, верил до конца, вот до 59-й минуты, да, уступали 1-2. Ну, или что, все-таки на победу так рассчитывал? Слушай, ну мы всегда верим до конца, потому что до конца оставалось 2 минуты, как говорит наш тренер, что нам надо... минуту, чтобы забить гол. Вот оставалось 2, мы забили 2. Как-то так. Ну что, Мончи гений в символическую на позицию менеджера? Ну, да, как всегда. Ну, а где остальные, кстати говоря? Вот Андрей Иванов, да, тоже, получается, разрывается между 2 городами. Как все успевает? Между 3, он еще и в Сочи был. Ну, везде успевает. На Альмере. Туры по России на Альмере. Игорь, ну давай, не знаю, так опять же, хороший ход набрали, получается, у вас было 5 побед подряд, еще там 2 ничьи было, 7 матчей к ряду не проигрывали, насколько вот это поражение такое, ну действительно болезненное, с учетом того, что команда могла так вплотную к тройке приблизиться. Да мы нормально играли, если честно, ну мы играли, как планировали, мы играли, и да нормально мы, ну, последние 2 вот эти минуты, они перечеркнули, знаешь, все, я уже говорил. Хороший ход мы набрали, постараемся его удержать, постараемся сейчас не потерять вот эту игровую нашу форму за эти 3 недели, да, там пауза, 2 и плюс там «Город» еще начинается, там, и пару тренировок соберемся, я думаю, точно постараемся, может, с кем-то сыграть, кто захочет, или мы захотим, не знаю, да. Будем придерживаться этой же игры. Ничего не потеряно, еще целый 2-й круг впереди. Ни шатка, ни валка начали, хорошо разогнались. Есть позитивная нота, это самое главное. Ну и позитив, то, что Белиход завернулся, да, после паузы сразу 2 забил. Я думаю, тоже за звание лучшего бомбардира вполне может побороться. Да, у Валерка сейчас травма, он сегодня на травме тоже играл, кстати. До этого, да, до последнего думали, как бы он думал, будет или не будет. Акмал сегодня на травме у нас играл. Ну, пытались всех завести, у всех было большое желание.
сыграть с эксклюзивом. Все сыграли. Но будем лечиться. И дальше будем с новыми силами. Постараемся, ну, как бы конкурентную способность создать вот эту. И залезть в медали. Будем стараться. Что ты испытал, когда Иван Леваку там в концовочке по мячу кексанул, не попал? Бля, ну это, конечно... Но у нас сегодня, я говорю, много моментов мы не забили, плюс еще ошибка Макса такая. Ну, конечно, он там подспас в первом тайме, но все равно так, конечно, ошибаться. Прошлую игру он был героем, в этой чуть поднаварил. Ну ничего, Макс красавчик, идем дальше. А «Волна», мне кажется, проиграл, потому что Дань Давыденко сегодня не был, да? Он же не приехал, я его не видел. Приболел. Ну, да я знаю, у Зайца день рождения там был, я заболел. Не, ну вот, значит, надо им Даню привозить, чтобы победы были. Поэтому мы верили до конца. Он режимщик, Даня, он вообще там не грамма. Ну, приболел, да, значит? Ну, здоровья, Даня, тогда. Слушай, может быть, не знаю, Иван Леваку решил не огорчать свою бывшую команду, где, как я сказал, он такие золотые годы провел. Ну, да, как вариант, может быть и так. Я уже переквалифицирован, не знаю, метит помощники Андрея Иванова, поскольку Константина Анисимова нет. Константин Андреевич, привет. Да, Константин Андреевич отдыхает в Сочи. Ну, не знаю, Ваня у нас что помогает на тренерском мостике, также на белых ночах будет принимать участие в тренерском составе. Не знаю, куда он там метит. Лучше бы метил в ворота сегодня. Слушай, а вот все по контракту в Сочи, вот руководство все в Сочи, да, по очереди так ездит. Зайцев в Сочи, то есть, ну, все включено в Сочи? Ну, Зайц бухгалтер, пан капитан, все административный штаб, все слетали. Я, нет, я вот тут футбол играю, видишь, у меня то Москва, то Питер, я в Сочи пока, меня не берут. Не знаю, так что так. Давай на позитиве что-нибудь добавь. Был, может, какой-нибудь день рождения, вот у них Зайцев был, у вас что? Флалеева почему не был? Ну, Флалеев уехал, не знаю куда, честно. Не знаю. Но его сразу мы знали, что не будет. А на позитив, ну, Валера Бельхода день рождения было, поздравляем его. Еще не знаю, всем, да всем без травм главное, чтобы все залечили свои травмы в этот, и всем удачи, особенно нам, она нам пригодится. Будем ждать второго круга с нетерпением, а так всем хорошего отдыха, с семьями, самое главное, любительский футбол. Надо отдохнуть сейчас, соскучиться по футболу и продолжать встречаться, играть и бороться за призовые места. Спасибо большое. Эксклюзив с победой, «Волне» и удачи. Спасибо, друзья, до следующей недели.